снова здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее видео будет актуально для тех людей, которых природа не одарила такими густыми усами, как у меня. Мы с моим другом расскажем вам два способа, как отрастить такие густые усы. И если вам интересно, то оставайтесь с нами. Всем приятного просмотра. Среди наших знакомых есть два сэра, которых никто не воспринимает всерьез только из-за отсутствия усов. Сегодня мы поможем ему обрести усы. Вот первый, казалось бы, статный мужчина, мистер Фокс. И второй, мистер Сил. Из-за отсутствия усов их считали слишком милыми и не воспринимают всерьез. Сегодня нам предстоит решить это недоразумение. Для усов нам понадобится пряжа помягче, ножницы и расчесочка. Рыжая пряжа для мистера Фокса, а белая для мистера Сила. Мистер Сил у нас нетерпеливый джентльмен, поэтому мы сначала покажем более быстрый, но менее изящный способ отращивания усов. Замеряем необходимую нам длину. Далее все будет наглядно. Начинаем расчесывать наши усы. Делаем это аккуратно, начиная с кончиков. Эта пряжа довольно грубая, поэтому мне необходима другая расческа. Подравниваем усы, делая их более симметричными. Укладываем. И вуаля. Ну кто теперь назовет мистера Сила милым? Второй способ более кропотливый, сложный, требует внимания, усидчивости и терпения. Так как мы будем разделять усы на две части, с краев должны быть короткие нити, а в центре более длинные. Аккуратно расчесываем, укладываем и вуаля.